А сам на себе. На машине. Не в такси? Ну, а куда перевозить? Сейчас, к юбилею, город действительно похорошел. Привел в порядок старые здания и обзавелся более удобной и современной инфраструктурой. Самое время ехать. Тем более, что программа праздничных мероприятий весьма насыщена. Более 150 разных событий. Фестивали, выставки, концерты, соревнования. Они продолжаются все лето. И вот только в эту и следующую неделю в Нижнем можно будет побывать на гастрономическом фесте «Дашив».